Соревновательная часть прошла, и как мы анонсировали, к этому и пришли, наконец-то, наградительная часть у нас должна состояться прямо сейчас. Небольшой флешбэк, как мы обещали, небольшое напоминание о том, как сегодня все прошло, как проходили наши соревнования, как шли... Самый интригующий, красивый момент. Все вот верно. Точно, вы знаете, сейчас точно на одном дыхании все это мы и набрали побольше воздуха в легкие. Ребята, как это было? Внимание. Сегодня здесь МТС True Tech Champ. Давайте посмотрим, еще раз взбудоражим свои воспоминания. Вот оно, посмотрите. Мы видели, как Юра умеет жестикулировать. Ребята нажимали на кнопки. Вот столько, это только половина наших алгоритмистов. Отлично. Как же было хорошо. Помните, как все, дядя Слава все начинал? Алексей, он был хорош, он все появится в нашей жизни. И вот так ребята составляли лимиты. Павел просто прекрасен. Ну вот, ты видишь, как ребята быстро работают, как ребята прямо выходили динамично, занимали места. И вот они, робомыши, наши любимые. И, конечно, как вы помните, у нас было много спикеров, которые, ох, какую интересную информацию доносили. Кстати, многие общались и в формате тет-а-тет уже по завершению своих презентаций. Вот, это мы взяли все вместе, палочки барабанили хорошенечко. Вот так вот. Кто-то и финал, суперфинал, смотрите, вот как смотрел сверху. Это искры, это дым, это... Не просто, слушай, там все двигалось, я был удивлен, как это все двигалось. Но ты помнишь, как мы только собрались вроде бы сделать паузу, а ребята уже завершили соревновательную часть. Да, и отдельный респект нашим операторам. Без нейросети, своими руками смонтировали вот такой отчетный ролик. Друзья, похлопаем сами себе, МТС. True Tech Champ, второй сезон, сам чем, спасибо, друзья. Вы стали его свидетелями этого исторического события. Так что давайте и вам также громко поаплодируем, сделаем это. Всем участникам здесь вы нет практически ни одного человека, который не участвовал в каких-либо активностях, поддерживал, сам зарабатывал трукоины. Не забудьте их затем обменять на мерч. Помните, в 8 часов мерч-шоп у нас закрывается. Ну что ж, к самому моменту, которого все заждались. Первый трек мы сейчас будем наших алгоритмистов награждать. И в первую очередь мы приглашаем сюда двух людей, которые были у руля. Один нас наставлял и все инициировал. Второй также наставлял и комментировал, и экспертностью своей поддерживал. Встречайте, друзья, первый вице-президент МТС по технологиям, член правления Павел Воронин. Павел Воронин появляется на этой сцене. Под аплодисменты, друзья. Ровно такой же, как только что мы видели его в кадре, друзья. Павла хорошенько поддержим! Павел, вам слово. Обратная связь. Как вам True Tech Champ? Слушайте, ну, длинный был день. Ребята боролись. Надо поаплодировать всем участникам. Их воле к победе. Вот, все молодцы, все, кто участвовал, все, кто были в отборочных и сегодня, и, естественно, те, кто победил. Вот сейчас мы будем награждать же школьно-студенческий трек, да, алгоритмического программирования. Так точно. Все верно. Вот, поэтому им особый, конечно, респект. Они каждый день, как правило, тренируются, чтобы достигать тех результатов, которые мы видим. Поэтому не будем долго откладывать. Пригласим Алексея и начнем награждать. Павел, друзья, спасибо. Паш, спасибо вам большое. Ну, а мы готовы объявить именно призеров и чемпиона алгоритмического трека. В нем будет не три, а сразу шесть победителей. Одно чистое первое место, два вторых и три третьих места. То есть призы получат участники, которые оказались в топ-6. Да. Это очень важно. И прямо сейчас под ваши аплодисменты для объявления результатов приглашается CEO Moscow Workshops ICPC, руководитель тренерского штаба сборной России по Международной Олимпиаде школьников по информатике, эксперт алгоритмического трека Алексей Малеев. Спасибо. Хорош. Алексей, видели вас по телевизорам, видели вас в беседах с Юрием, но сейчас живую. Вот он, хорош. Алексей, вам слово. Это аплодисменты, на самом деле, вам, дорогие участники. Вы до конца сражались, и у нас сейчас самая интересная, самая большая интрига сегодняшнего соревнования в треке «Алгоритмическое программирование». Друзья, я прошу вывести лидерборд на экран, так как он был заморожен. Вы помните, последний час мы не знали, кто и что решит в последний час. Но, я напомню, у нас было 6 задач, из них 5 задач. 35 человек сделали... Поддержим, друзья, вот он, лидерборд! 35 человек сделали 5 задач в течение первых 3 часов. Итак, давайте посмотрим. У нас
Вот мы начинаем с 50-го места. У нас есть несколько человек, которые потенциально могли сделать и пятую, и шестую задачу. Итак, мы смотрим. Дарья Грекова, увы, у нее не было попыток. У Кирилла Кудряшова, видите, есть попытки по задаче С и Е. И F, извините. И задача С, он решает ее. Решает, по смотрите. На наших глазах лидерборд у нас поправился. И у него есть шансы решить все шесть задач. У Тимофея, к сожалению, не поддается ему третья задача. Алексею поддается третья задача, он уходит вверх. И Никита Голиков тоже решает задачу С. Итак, друзья, мы в зоне 5 решенных задач. У всех выше. И никто в первые 3 часа не справился с последней задачей. Я напомню, она простая. У вас есть табличка M на N. Вам нужно закрасить клеточки так, чтобы в каждом столбце и в каждой строке было нечетное количество. Ну вот всего лишь. Но никто не справился в течение первых 3 часов. Итак, мы смотрим. Михаил, Иван, нет тут попыток больше новых. Камиль, Артем, Евгений, Владислава, Александр. У Олега, может быть, но, увы, это 2 были неправильные попытки. Синенький квадратик – это то, что было отправлено в тестирующую систему в последний час, но мы не знаем еще результата. У Максима больше нет попыток. Кирилл Кудряшов, увы, не поддалась ему последняя задача. Андрей, Владислав, Ярослав, Александр. У Никиты есть попытки. Смотрим, увы, нет. У Всеволода тоже не поддается ему последняя задача. Ильян, Глеб, пока ни у кого не получается решить последнюю 6-ю задачу. А в общем-то, может быть, задача на миллион, как нам сегодня сказали ведущие. У Сергея вот не получилось. Шмелев Алексея, 2 попытки, увы, нет. Сергей, у Михаила посмотрим. Тоже не поддается. Вот что же за такая задача хорошая-то? Егор, Андрей, Михаил, Федор, Глеб. Антон Мартынов, смотрим, задача F, увы, нет. Яндулов Богдан, задача F, и тоже не справился. У Ивана, Максима, Артема, Антона попыток больше не было. Артем Шулятьев, увы, нет. Дмитрий Григорьев, нет попыток. Голиков, Никита Иларичев, Прохор, тоже нет попыток. Итак, друзья, мы с вами в топ-8 пока. У всех есть шансы. Владислав Жиганов, наш молодой участник. Вообще, напомню, в треке могли участвовать все, от старшеклассников до пенсионеров. И у нас были участники за 30. Посмотрим, кто молодежь или опытные ребята. Владислав – это школьник из Екатеринбурга. Вот он кандидат пока еще в нашу сборную. И, увы, она ему не поддалась, эта задача. Рамазан Рахматуллин как раз представляет уже опытных ребят. Это человек, который в 2018 году завоевал золотую медаль на школьной международной олимпиаде. Надо поддержать, друзья. Он же завоевал 2 медали студенческого чемпионата ICPC, одну за команду вышки, Высшей школы экономики, одну за команду Waterloo University. Но видите, у него попыток больше нет, и мы с вами оказываемся в зоне, собственно, той самой, тех, кто получит призы. Вопрос, кто какие. Смотрите, пока у всех 5 решенных задач. Вот если кто-то один решит одну последнюю задачу, это становится явно первое место. Но, может быть, несколько человек справятся с последней задачей. Гемран Абдуллин. Смотрим. Увы, нет. Но он в шестерке, правильно? Друзья, награждение за 3-е место приглашается Гемран Абдуллин. Поддерживаем. Шикарные 250 тысяч рублей. И самое главное, медаль, кубок, награда за 3-е место. Это не Гемран на всякий случай, это девушка, которая... А вот и Гемран, красавец! И тебе, давайте поддерживайте, ребят. Павел, Алексей, вручайте. Рукопожатие. Гемран, наша молодая звезда. Он школьник, он учится всего лишь в 11 классе, правильно? В городе Казани. Но у него уже 2 золотые медали международной олимпиады за сборную России. Ну, 3-я будет, да, Гемран? Сделать. Даст Бог, отлично. Алексей, Гемран и Павел, можно вас пригласить в центр? Просто для... Эта фотка будет для меня. Да. Гемран, если не сложно, награды нам в лица. На центр смотрим. Давайте 3, 2, 1, поддержим! Великолепная шестерка открывается. Гемран, красавец, поздравляем с 3-м местом. Да, Гемран, спасибо тебе большое. Приглашаем тебя как раз-таки...
И... Он уже проходит дальше, у Гимрана там есть пропуск дальше. Где хоти, где хочешь, там проходи. Отлично, Алексей, вам слово. Возвращаемся к нашей табличке. У Александра Бабина есть попытки. Смотрим задачку F. И да, он решает задачу F. Щелкнул орешек, щелкнул. На первом месте сейчас, но, возможно, временно. Интрига продолжает висеть. Михненко Алексей, студент. Студент Высшей школы экономики. Задача F. Она ему не подается, но он становится нашим победителем. Алексей Михненко приглашается. Третье место в наших соревнованиях. Алексей, где вы? Приглашаем вас обязательно подняться к нам на сцену. Вот он. Вот он, молодец. Алексей, забирайте центр. Рукопожатия обязательно. Прям сразу в центр вставайте, пожалуйста, для фотографирования и вручения подарков. Павел, если можно, из ваших рук, Алексей, также помогайте, если не сложно, потому что это те самые руки и те самые умы, от которых хочется принимать награды. Друзья, если не сложно, 2-3 аплодисмента! Фото, традиционное фото, спасибо большое. Алексей. Леша улыбается, нет? Улыбается. Он улыбается. Я бы улыбался. Обещал, улыбается. Алексей, спасибо тебе большое. Приглашаем тебя также присоединиться к ребятам уже в зрительном зале. Поздравляем. Вы видите, у нас отдельный выход со сцены с теми для тех, кто в призах. Отлично. Идем далее. Алексей, вам слово. Возвращаемся к табличке. Роман Первутинский. Ну, тут все понятно. Тоже третий диплом. Тоже 250 тысяч. Но попыток больше не было. Аплодисменты. Но как же круто, что Роман оказался в призах только за 5. Даже без единой попытки на 6-е задание. Роман Первутинский! Третье место! Да, пожалуйста, пожалуйста, ребята, вручаем подарки, фотографии на память. Просим подойти всех вас. Роман, центр ваш 100%. Прекрасно. Он улыбается? Он улыбается. А где аплодисменты? Где аплодисменты, ребята? Это шквал просто. Роман. Так, Алексей, я думаю, что мы сейчас будем, Ром, приглашая тебя в зрительный зал, уже продолжать. И прямо сейчас мы хотим попросить вас представить нам двоих обладателей второго места, которые получают по 500 тысяч рублей. Итак, сейчас прошу прощения. Владимир Звездин. Ему не поддается задачка F. У него больше не было попыток, но он становится второе место. Да. 500 тысяч рублей. Шикарное золотое серебро. Владимир Звездин. Звездин Владимир приглашается к нам на сцену. Это Владимир. Его ассистенты. Боже мой, целых два человека нужно, чтобы вот вынести призы. К нам. С собственным оператором. Все в призах, все в шарфиках. Традиционные фотографии. Владимир, мы просим тебя улыбнуться пошире для фотографирования. В крайнем случае на фотошопе дорисуем. Но Владимир Звездин, друзья, второе место. Хорош. Улыбается? Улыбается. Отлично. Спасибо тебе большое. Подожди, спасибо. Две секунды, и можно одну фотку без девочек? Потому что это один раз с девочками, друг. Это для него и для коллег. Спасибо. Да, мы у вас крутые перчатки, чтобы призы носить. Это круто. Все, все как нужно. Благодарим. Ты знаешь, все как нужно. Это наши победители, и они просто красавчики. Спасибо большое. Владимир, приглашаем тебя, пожалуйста, занять место в зрительном зале. Поздравляем, Володя. Очень круто. Переходим к следующему призеру. Еще одно второе место. Ну и последняя интрига. Иван Пискарев. Иван Пискарев долго лидировал у нас. Напомню, что Иван Пискарев, он двукратный призер международной, две золотые медали Международной олимпиады школьников по информатике. И в этом году он поступил на первый курс. Ну, смотрим, станет ли Иван чемпионом. Ох, интрига. Увы, нет. Иван все тоже завоевал второе место. Но нехило, нехило для первокурсника. Иван Пискарев, второе место. Иван Пискарев приглашается к нам на сцену для вручения награды, да. Под аплодисменты, фотография, награды. Ждут уже Ивана на нашей сцене. Пожалуйста, на центральной сцене, потому что у нас сегодня много локаций. Конечно. Ваня, ждем тебя аплодисментами. Здорово. Иван, Ваня, Пискарев. Второе место. Друзья, как же я рад, пока Иван там жмет руки, получает свои подарочки и принимает лавры. Я не могу не отметить, как же хорошо, что много призов. 3 третьих, 2 вторых и одно единственное первое незабываемое место. Иван Пискарев. Мне приятно, что улыбаются те, кто вручает подарки шире, чем те, кто принимает. Но ничего, это войдет в опыт, это рано или поздно наработается. Вань, поздравляем. Наш замечательный первокурсник. Второе место. Круто. Спасибо, Иван, спасибо тебе большое. Спасибо. Приглашаем занимать тебя место в зале. Ну что,
победитель. Ну вот, наша интрига раскрыта. Александр Бабин, единственный решивший ту самую задачу на миллион, становится абсолютным победителем. Ай, хорош. Причем, Алексей, обратите внимание, вы Александра вычислили, когда подводили итоги, он был вычислен тоже, небольшой алгоритм регрессионства. Итак, друзья, победитель, Дим, скажешь ты, кто победил у нас сегодня? Александр Бабин, наш победитель, которому достается 1 миллион рублей! Прямо да, здесь! Да. И сейчас! Unbelievable. Пожалуйста, давай, ближе к центру. Александр Бабин, по сути, единственный человек, который решил и шестую задачу. Царь горы. Человек, который еще не получил прошибку на улыбку, но ничего. Мы потом апдейтим. Александр Бабин из Челябинска. Тоже золотая медаль в свое время. Ой, извините, из Красноярска. Из Красноярска. Золотая медаль международной олимпиады школьников. Абсолютный чемпион международного турнира ICPC, абсолютный победитель Рукода и сегодня абсолютный победитель лучшего Трутекча. Спасибо, друзья. Спасибо. Кстати, вот мы и узнали, что у нашего победителя есть еще и квартира в Челябинске. Как же круто. Павел, Алексей, благодарим вас. Вам аплодисменты. Спасибо за награждение, за то, что курировали. Знали каждого лично. Круто, тень. Гордимся нашими победителями. Гордимся. Давайте всем призерам и победителю аплодисменты. Хорошо.